Ты трансляцию ведешь? Нет, я записываю. Я трансляцию веду, если кто-то смотрит, а так, я думаю, никто не будет смотреть. Понял, понял. Ты вроде бы, когда никто не смотрит, включал тоже трансляцию. Нет. Только когда ты не играешь, а я выхожу в эфир, тогда выхожу. Потом энергетиков можно набрать. О, братан, это я возьму, сейчас возьму. Что сделал-то? Кто-то бежит. Где бежит? Кто бежит? Ах, хуй, где там здесь? Круг почета, что ли? Ага. Да поехали, это бот по-любому прибежал. Они в тачку, наверное, не стреляют.
Начал? Начал? Начал, начал, конечно. Как такое не найти? Кажется, дождь начинается. Ага. Тебе шестерка нужна? Здесь лежу. Надо, надо. Тут патронов до хера, семерок. Видишь голограф или эту херню? Скажешь. Хорошо, понял. Понял, понял. Поехали. Что за псих там? Где он? Кто? Кто? Ты убил его, нет? Да я по мотоциклу стрелял, блин. Блин. Я думал, кто-то стрелял. Да нахуй ты остановился. Ничего, ничего, нормально. Прикрыл меня от мотоцикла, короче. Тебе пятерки нужны? А, патроны что ли? Да. Да, надо, надо. Вот надо. В этом доме тут что-то до хера. Чаще, ща. И упаковки. По 30 штук. Тут на втором патроны тоже твои. Уже ехать скоро. Чё, ты поспал? Да. Молодец. А я пока ты спал, сварил. Это хорошо. Ну я как раз закончил, и ты мне пишешь, короче, что ты делаешь. Ну, блять, вот, нихуя как вовремя. Пробежаться-то успели бы, что-то? Не-не-не, не успели бы. На тачке? Ладно, как скажешь, командос. Ты когда так резко это, поворачиваешь, я думаю, что ты кого-нибудь увидел, блин.
приехали, я так понимаю? Пока, да. Блядь. Чё добегаемся? Не говори. Тут мотоцикл трехколесный, короче, стоит, прикинь. Тут два берила прям крест-накрест лежат. Как будто приманка. Да, пиздец нам нахуй. Едет, что ли, кто-то? Что-то я не понял, в глюк программе или так надо? Че тогда? У тебя вот, если ты вот на эти коробки посмотришь, они у тебя нормальные? Коричневые все? Да, а у тебя че? А у меня нет. У тебя какие, белые, что ли? У меня какие-то разноцветные, там, яркие. Да. Блять, чё ты? Нашёл до чего доебаться? Это же PUBG, нахуй. Тут одни лаги, нахуй. Не, ну просто я раньше не замечал такого. Не было. Ты раньше не замечал, потому что раньше у тебя не было такого косяка просто. Некоторые вообще в земле проваливаются. Вон, бежит, бежит, братан. Дебил какой-то. Одиночник. Он сразу сдох. А это этот, динозаврик, что ли, нет? Нет, это человек был. Он в наклоне, короче, стрелял. Только не пойму, нахера. Один против двоих. А ты чё ему, блядь, всю каску расхуярил? Я вторую каску ищу. Метки? Я один раз только ему в кошку попал. Полностью убитая вторая каска. Ой. Снайпер. Ага. Ну поехали. Фокус. Вот он, справа. Где справа? Да уже не справа. А где? За камнем, вон он. Блять, аккуратно. Еще один, братан, там. За камнем. Да ты чё? А, вижу. Вижу, вижу, вижу. Осторожно. Тут еще один. Где-то, где-то тут. Примерно на какой стороне? А вот где бочка, оттуда. Вон он, вон он. Только не говори, что я в голову попал.
Не, я у того взял уже каску целую. Я в него специально стрелял по туловищу, так что нормально. Сотня из сотни. Все, надо уходить, ну, там зона, зона. Я все равно могу сказать, что ты в голову попал, если хочешь. Че такая? Бухаю, бухаю. Пешком? Не-не-не, здесь а, машина. Понял. Где-то же мы тормозили. Далеко, а где что мы ли? Тормознули? Я не понял, но... Прикинь, исчезло, нахуй. Не понял. Надо мотоцикл тогда. Да, не, помню, что где-то здесь. Да я тоже, я сюда и бегу, поэтому. Ну, нереальный косяк. А вон мотик, да, видишь? Ага. Все, погнали, погнали. Почему? Поверь мне, мне лучше знать. Да. Я же 8 лет с психологом прожил, блядь, официальным. Поэтому я психов сразу вижу. Как это мотоцикл застрял. Короче, а то нас сейчас услышат, блядь. А ты что, скрываешься от кого-то? О, да. Тоже дверь открыта. Главное одна. О, надо посмотреть, братан, с горы. Блядь, в таком тумане, чё ты посмотришь, братан? Я вообще ничего не вижу. Блядь, в натуре, чё за хуйня? Тут убитый чел. Это ты сделал, что ли? Чё сделал? Туман, туман. А я-то как могу сделать? Это игра сделала. Может, огонь увижу? Сейчас посмотрю. Здесь более-менее видно, братан.
ебанулся, нихуя не видно. Патроны там не видишь? Какие? Пятерки? Там минька, что ли, у тебя? Да. Здесь. Тебе СКС не надо? Нет, у меня есть. У нас минута. Да, мне пятерки надо, братан. Где-то близко. Я вижу. На горе, на горе. Сейчас посмотрю. Он бегает туда-сюда, туда-сюда, сука. Вижу, вижу, вижу. Понял я где. Как ты в тумане его увидел, блять, вообще? Да я сам не знаю. Нам идти надо, кстати. Ходим, ходим. Он все еще там бегает. Да, он может нас, короче, это. Ты немножко жопу виляй. Девять пиздюков осталось. Сзади, сзади. Это уже труп, а я стреляю. Как идиот, блядь. Там гранаты кидают. Ага. Людишки! Ты принимаете? Таблеточки, да, там. Надо. Энергетики. Да, надо. Надо, 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 надо. А как тут херачит? Другом. Вот тут еще там малыши совсем прибурили. Блять, три человека осталось, братан. Один враг общий. Че это, туман ебанутый. Вообще пиздец. Есть! Есть, братан! Есть!
Бля, прям в голову спану. Держись, братан. Вроде он один. Держусь, держусь. 2-2 остались. Бля, там Сдана, Сдана. И Сдана много. Еще и зона, блядь. Сука, залутать мне не удастся. Уже не до залутания, блядь, надо смотреть. Пока лечись, лечись. Что-нибудь повредили? Все повредили. Особенно голову. Ну, этот. Понял. Меткий пидорас получился. Он сначала по бронику стрелял, потом в голову как-то попал в конце. Ты его ранил? Нет, ни разу. Я же сразу убегать, я, короче, блядь, смотрю, он выбегает на меня, а я ебать. А нахуй, уже без вариантов надо было стрелять там, кто кого. Не, у него просто позиция была лучше, чем у меня. Я бы просто по воздуху, наверное, стрелял. А, понятно, понятно. Ну, потом я скину, может, посмотришь. Может, короче, паника у меня была. Они в той стороне, короче, больше им негде быть. Оттуда они за нами не идут. А мне кажется, что они откуда-то оттуда стреляют. Блядь! Точно оттуда. Ты понял, да? Вон. Автомат бери. Блять, я почему лично не могу? Он тебя обошел. Потому что ты рядом с этим, с камнем был. Не знаю, где он.